такое весна? Весна приходит к нам после зимы. Весна – это время года. Ой, то есть начинается на май, и заканчивается на май. Весна – это время года, когда тает и бывает оттепель. Это время года, когда расцветают цветы, просыпаются животные, появляются на деревьях почки. Какая погода бывает весной? Весной может быть дождливая погода, может быть холодная погода, а может быть теплая, смотря в каком месяце. Дождь, тает снег на улице, распускаются почки на деревьях. Оттепель, тает тепло иногда. Иногда ветер чуть-чуть надувает. Выходят мышки, всякие птички вылетают. Снег тает, лужи, солнышко греет потеплее. Ну, распускаются цветы, почки просыпаются, птицы прилетают. За что ты любишь весну? За то, что все расцветает. Появляются цветы, одуванчики, подснежники. Я люблю весну за то, что весной все просыпается, все начинает зеленеть, начинает таять снег, начинают птицы уже петь. Я люблю, когда цветы расцветают, подснежники. И еще потому, что я родилась весной, в мае. Можно собирать подснежники, делать венки, кататься на самокате, гулять. Пускать кораблики в речках, играть в песочнице, убирать снег. Какие животные и растения просыпаются весной? Весной просыпается барсук, медведь, ежик, енот. Весной просыпаются медведи, ежи после зимней спячки. И просыпаются все цветы. Подснежник, василек, тюльпаны, еще ромашка, василек, всякие цветы.